Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в нашем обзоре удивительная коллекция ювелирного кружева. Филигранные украшения покорили сердца не одного поколения, и уверены, вы также не останетесь к ним равнодушными. Поистине великолепный ювелирный ансамбль в классическом стиле. Перед вами комплект из серебра в покрытии золочения, вставки, цветные фианиты. Комплект включает колье, подвеску, серьги, кольцо и браслет. Особенность дизайна – сочетание винтажного филигранного узора и классического вечернего стиля. Форма декоративного элемента – цветок с тремя лепестками из разноцветных фианитов в огранке капля. Элегантное и очень нежное колье для украшения праздничного или торжественного образа. Посмотрите, как интересно и необычно смотрятся разноцветные лепестки цветка – желтый, зеленый и красный. Такое решение не только делает аксессуар более ярким, но и более универсальным. Украшение подойдет для любого наряда, имеющего расцветку в теплой гамме. Декоративный элемент подвески имеет более скругленную форму. Легкое и воздушное облако узора словно поддерживает в невесомости три разноцветные вставки. На сережках прочный английский замок. Основание изделий украшено декоративным элементом, подвесная часть отсутствует. Таким образом, серьги, как и все изделия в комплекте, являются достаточно компактными. И роскошный вид достигается не за счет размера, а именно за счет филигранного узора. Кольцо имеет тонкий, удобный ободок. Кстати, а вы знали, что зеленый цвет является нейтральным, ни теплым, ни холодным? Он приобретает степень теплоты, находясь в сочетании с другими цветами. И в этой композиции он смотрится именно теплым камнем, привнося в изделие энергию жизнерадостности и позитива. Дизайн браслета выдержан в общем стиле комплекта. Однако расположение вставок несколько другое. Желтые, зеленые и красные фианиты все в той же огранке капля расположены не цветком, а в один ряд. При этом каждую вставку окружает собственное небольшое облачко из ажурного кружева. Элегантный, шикарный и при этом аккуратный, этот комплект достойно завершит ваш образ для любого мероприятия. На ваших экранах невероятно шикарное колье из серебра 925 пробы, покрытие оксидирования, без вставок. Внушающий размер 45 на 55 мм делает украшение заметным акцентом в любом образе. Декоративный элемент выполнен в технике ажурной филиграни и имеет сложную фантазийную форму. Кто-то видит в узоре сову, кто-то павлина, кто-то маскарадную маску и танцующую в ней даму. А что или кого рассмотрели вы в этом невероятном колье? Напишите нам в комментариях. Обратите внимание на следующую модель. Браслет без вставок представлен на нашем сайте и в серебре, и в бижутерии с серебрением в покрытии оксидирования. Широкое и акцентное украшение, собранное из набора декоративных элементов прямоугольной формы. Ширина 26 мм и очень удобная застежка. Дизайн браслета, с одной стороны, выглядит достаточно строго и отлично сочетается с классической одеждой, дресс-кодом и может разнообразить ваш деловой образ. С другой стороны, при умелом сочетании он отлично впишется в праздничный образ. Филигранный узор физически и визуально облегчает широкий массивный браслет, делая образ более шикарным. Следующая модель – браслет из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, без вставок. Состоит из набора квадратных декоративных элементов, внутри которых заключен ажурный филигранный орнамент. Украшение выглядит менее массивным, чем предыдущая модель. Ширина браслета всего 13 мм. Но посмотрите, какие изумительные узоры расположились внутри каждого квадрата. Этот аксессуар универсальный.
прекрасно подойдет как для праздника, так и для ежедневного использования. В нем вы всегда будете прекрасны и уверены в себе. На ваших экранах серьги из серебра в покрытии оксидирования. Ювелирная композиция находится в основании серьги. Подвесная часть отсутствует. Английский замок надежно закрепит изделие на ушке. Ювелирный ансамбль этой модели сочетает две изящные техники – ювелирное кружево и алмазную грань. Форма декоративного элемента – лодочка. Изысканный орнамент добавляет украшению легкость и воздушность, а алмазная грань делает его ярким и привлекательным. И в завершение сегодняшнего показа – серьги из серебра в покрытии оксидирования. Вставка – имитация жемчуга в форме крупной капли. Изделие снабжено крепким английским замком. Украшение выполнено в классическом стиле с добавлением филиграни. Невозможно оторвать глаз от изящного орнамента, которым украшено основание серьги. Изумительный вариант для использования каждый день. Подойдет к классической и деловой одежде, к платью или костюму. Наша коллекция филигранных украшений постоянно пополняется. И на сайте serebrennayaptitsa.rf она представлена в специальном разделе «Драгоценное кружево». Смотрите наш канал и до новых встреч!